Жан-Мари Леклер, выдающийся французский скрипач и композитор XVIII века, основоположник французской классической скрипичной школы. Родился он в 1697 году. Его игру на скрипке называли ангельской. Леклер в совершенстве владел тогдашней техникой скрипичной игры. Он оставил большое композиторское наследство и считается создателем французского скрипичного концерта. Леклер добился признания при жизни. Он занимал должность придворного скрипача у французского короля Людовика XV, служил при Нидерландском королевском дворе, имел учеников. В 1758 году он настолько разбогател, что смог купить двухэтажный дом в предместье Парижа. А 23 октября 1764 года Леклер был найден убитым в собственном доме. И хотя полиция провела тщательное расследование, убийца так и не был найден. Это преступление по сей день числится в списке нераскрытых. Мы решили пофантазировать и представить себе, как провел бы расследование этого дела знаменитый сыщик, герой романов писателя XX века Жоржа Сименона, комиссар Мегре, если бы у него появилась такая возможность. Дальше подробности.
Мадам Мегре, моя супруга, решила навестить свою тетушку. Сидеть дома, тупо уставившись в телевизор, не хотелось, и я решил прогуляться. Весеннее настроение разливалось в воздухе, словно каждый парижанин чувствовал себя причастным к этим радостным весенним переменам в природе. В те дни не разбиралось ни одного крупного дела, и ничто меня не тревожило. Настроение было отличное. Лишь одно обстоятельство слегка досаждало мне. Всюду, куда бы я ни шел, я встречал людей, узнававших меня и проявлявших ко мне искреннее любопытство. Конечно, я давно свыкся с своей известностью, но все же иногда хотелось куда-нибудь скрыться от этих навязчивых взглядов и рукопожатий. Прогулявшись вдоль сены, которая светилась новыми красками свежевыкрашенных барж, я автоматически повернул в какой-то переулок и очутился в странном, незнакомом доселе мне месте. Узкие кривые улочки, старинные дома, люди, прячущие, как мне показалось, свои лица за высокими воротниками, и гнетущая, странная тишина. Я живу в Париже очень давно. Я люблю этот город, я знаю его как свои 5 пальцев. Я исходил его вдоль и поперек по делам службы. Я так работаю, у меня репутация человека, который лично беседует с кухарками на кухне, с ремесленниками в мастерской. Но в этом районе я точно не был. Тишина. А, здесь не ездят автомобили. Вскоре я приметил захудалый ресторанчик, который назывался «Обеды для гурманов». На грифельной доске было нацарапано меню «Свиные колбаски». У меня засосало под ложечкой, и я решил поддаться искушению и зайти внутрь. Обстановка была очень уютная, все было сделано как бы под старину. За столиками сидело несколько человек. Мужчина средних лет, приятной наружности, играл на аккордеоне. Thank you.
музыка всегда очень сильно действует на меня. Она меня обезоруживает и расслабляет. Я заслушался и совершенно потерял ощущение реальности. Мозг мой отдыхал. В нем переплетались какие-то обрывки фраз, воспоминания, чьи-то знакомые лица. И тут в ресторан вошла женщина. Трудно было определить ее возраст. Уже не юная, но еще не старая, элегантно одетая, с короткой прической и ясным, открытым взглядом. Все сидевшие радостно приветствовали ее и стали настойчиво просить спеть. Она же отказывалась, ссылаясь на отсутствие аккомпаниатора. «Когда-то давно я учился играть на фортепиано». И прежде немного играл, правда, лишь для мадам Мегре и никогда для широкой публики. Я в последнее время долго не прикасался к инструменту. И вдруг, неожиданно для себя самого, я произнес: «Мадам, позвольте мне быть вашим аккомпаниатором». Она посмотрела на меня удивленно, потом снисходительно улыбнулась, кивнула и подошла к инструменту. Мне ничего не оставалось, как последовать за нею. Один неотвязный мотив придет с рукав ухватив, всю жизнь он плетется за мной, назойливый, как позывной, избитый, запертый, немоданный, пустой, как людская молва, и рта он раскрыть не дает мне, внушая мотивы и слова. Он меня сводит с ума. Мадам, 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 по ночам подымая со дна, мадам, 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 он как память, как боль, как вина. Мадам, 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 тычет пальцем в меня, вот она, и я тяну за собой на виду всех. Мотив тот старый, как грех, он шепчет, елейный палач, не бойся и слез и не прячь. Душа встрепенется на звук, припомнив тепло этих рук. И снова кружение вальса, мои 20 лет пьют в набат. И в такт несуразному фарсу любовных бравад и утрат все 7 нот снова звучат. Падам, 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 нежность оптом по льготной цене. Падам, 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 страсти в розницу, скидки втройне. Падам, 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 невесомо моря, как во сне, что просыпав от сладких слов, как слив, упасть под этот мотив. Это в танце ладонь на спине, это полный чрево в огне. Падам, 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 это память, как пуля во мне. Верещат патефоны и жизнь, игра кружит по сердцу игла. Пела она превосходно. Я пригласил ее присесть за свой столик, но она лишь отрицательно покачала головой и вышла из ресторана. Я хотел было пойти за ней, но ноги вдруг мои сделались ватными, и я медленно опустился на стул. Меня неудержимо клонило в сон.
Веки вдруг стали тяжелыми, я погружался в небытие, и перед моими полузакрытыми глазами возникали странные картины. Тени мужчин в париках и старинных камзолах, и дам в роскошных платьях медленно двигались в такт незнакомому мне таинственному танцу. В какой-то момент я почувствовал, что меня кто-то ведет под руки, но я тут же снова впал в забытье. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как я заснул. Может быть, минута, может быть, и час. Но проснувшись, я понял, что нахожусь совсем в другом месте. Это был вестибюль большого, вероятно, двухэтажного каменного дома. Высокие потолки, под которым кажешься себе ниже ростом. Мраморный плиточный пол, и на нем засохшее пятно крови. Вероятно, по чьей-то воле я оказался на месте совершенного преступления, но когда оно было совершено, и что именно здесь произошло? И если это было убийство, то кто же убийца или жертва? На всякий случай я окликнул. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» «Здесь кто-нибудь?» «Здесь кто-нибудь?» Ответило мне гулкое эхо. Я осторожно пошел по длинному коридору. Поднявшись на второй этаж и зайдя в комнаты, я обнаружил, что одна из них была заставлена дорогой мебелью. Стол в античном стиле, отделанный золотом, инкрустированный комод, ширма, пара кресел, изящное трюмо. В другой я нашел огромную библиотеку, которой прежде никогда не видел. Все стены были сплошь уставлены длинными рядами книжных полок. Очевидно, хозяин был образованным и начитанным человеком. Внезапно по спине моей пробежал холодок, и я почувствовал на себе чей-то взгляд. Я резко обернулся и увидел портрет в роскошной раме. На меня смотрел человек лет 50. Полное лицо, пухлые губы. Судя по тому, что он держал в руках листок, исписанный нотами, это был музыкант. И тут я понял, что уже видел этот портрет, что уже читал про этот дом, про это убийство, про это засохшее пятно крови на мраморном полу. Да, я читал это в полицейских протоколах. Нераскрытое убийство 1764 года. А жертва этого преступления,
великий скрипач и композитор Жан-Мари Леклер. Человек в портрете был никто иной, как господин Леклер. Как ни странно было то, что уже произошло со мной, но дальнейшие события оказались еще удивительнее. Я услышал шаги на лестнице и, не зная, чего ожидать, поспешил спрятаться за тяжелой бархатной портьерой. В комнату вошли двое. Я различил стук каблучков и грузные шаркающие шаги. Сквозь дырочки в портьере, проделанные вездесущей молью, я решил понаблюдать за ними. Женщина была весьма недурна собой и находилась в приподнятом настроении. Мужчина тоже был весьма доволен. «Как удачно получилось, что все само собой свершилось», — щебетала женщина. «Теперь нам не придется ничего делать. Теперь я смогу продать этот огромный дом и расплатиться с долгами». «Бедный Жан-Мари, кто-то заколол его. Какая ужасная смерть! Но это не я! И полиция не сможет повесить на меня это дельце. Мы с тобою в тот вечер были в ресторане обедать для гурманов, и нас видела уйма людей. Ты же помнишь?» Пробыв в библиотеке минут 5 и прикинув примерную стоимость мебели и картин, парочка ушла и растворилась в дверном проеме. Выйдя из своего укрытия, я подошел к окну и решил открыть его, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха. За окном я увидел прекрасный, ухоженный сад. Мгновенно комната наполнилась свежестью и благоуханием, и пугающую тишину библиотеки нарушили радостные голоса птиц. Thank you.
Та женщина. Я вспомнил, что читал о ней в полицейских протоколах. Ее звали Луиза Руссель, и она была второй женой господина Леклера. Но на момент убийства они не жили вместе уже много лет, и у нее был друг, месье Шавага. Вероятно, это был тот самый грузный мужчина, который находился вместе с нею в библиотеке. Смерть мужа позволила ей продать дом и решить финансовые проблемы. Она действительно находилась под подозрением у полиции, так как у нее был веский мотив совершения убийства. Но отыскать факты, доказывающие эту версию, не удалось. То, что я услышал, казалось бы, доказывало ее непричастность к содеянному, хотя и свидетельствовало о желании убить своего мужа, чтобы завладеть имуществом. Но намереваться совершить преступление и совершить его на самом деле – это все-таки разные вещи. К счастью, лишь немногие делают этот шаг и переходят от фантазии к действию, переступая черту дозволенного. И все же, бедный Жан-Мари, каково было бы ему узнать, что его жена замышляла такое. Я подошел к портрету и посмотрел на него. Теперь лицо казалось мне удивленным и печальным. Даже было ощущение, что он вот-вот заплачет. Или же это была всего лишь причудливая игра солнечных лучей? Я присел на стул и хотел было закурить свою неизменную трубку, но счел это неуместным и засунул ее обратно в карман пиджака.
В моей голове один за другим возникали вопросы и повисали, оставшись безответными. Почему прославленный скрипач и композитор Жан-Мари Леклер купил именно этот дом на окраине Парижа и жил в нем совершенно один, без жены и прислуги? Кажется, единственным слугой господина Леклера был садовник Жак Пейзан. Почему Жан-Мари чуждался общения? Какую жизнь вел этот гордый и одинокий человек? Что за тайну он скрывал? Из приоткрытого окна донеслись мужские голоса. Я подошел к окну и прислушался. Садовник Леклера, месье Жак Пейзан, отвечал на чьи-то расспросы. Монотонно и вяло, очевидно, уже далеко не в первый раз, он излагал свою версию произошедшего полицейскому. Когда он пришел рано утром на работу, он увидел, что дверь в дом приоткрыта. Он испугался и поэтому позвал другого садовника. Вместе они вошли в дом и увидели лежащего на полу господина Леклера, сжимающего свой драгоценный инструмент работы Страдивари в руках, в луже крови. Он был заколот ножом в спину. Рядом валялись парик и шапка господина Леклера. Значит, кем бы ни был убийца Жан-Мари Леклера, тот не мог обороняться, ведь в руках у него был драгоценный инструмент. Вероятно, он пытался убежать от убийцы, но тот догнал его. Мне захотелось взглянуть на лицо садовника, чтобы понять, можно ли ему доверять. Я выглянул в окно, но там уже никого не было. Странно, наверное, уже ушли. Ну, не могу же я, как мальчишка, верить в привидения. Как он сказал, этот садовник-невидимка со скрипкой в руках? Стало быть, он занимался. Но почему в вестибюле, почему не в своем кабинете? Маловероятно, что он спустился, чтобы кого-то встретить, не положив предварительно скрипку в футляр. Садовник, кажется, тоже был под подозрением, но полиция не обнаружила мотива. А ведь Леклер был богатым человеком, и в доме могли находиться ценные вещи. Хотя, судя по полицейским протоколам, ничего не пропало. Но кто мог знать, какие же именно драгоценности находились в доме на момент совершения преступления? Вопросы. Опять вопросы. Тут мне показалось, что я слышу звуки на первом этаже, и я поспешно вышел из библиотеки. Спустился в вестибюль. Тишина. Существует мнение, что преступников тянет на место совершенного преступления. В полицейских протоколах говорилось, что наиболее вероятным подозреваемым был некто Франсуа Гильом Виаль, приходившийся Леклеру племянником
и учеником. Франсуа Гильом подавал большие надежды, но отличался вспыльчивым характером, был горд и тщеславен, а также завидовал своему дяде и боялся, что не сможет его превзойти. Между ними часто вспыхивали споры. Интересно было бы увидеть его и задать ему некоторые вопросы. Не успел я об этом подумать, как буквально из ниоткуда возникла фигура юноши. Движения его были резкие, взгляд тревожный и бегающий. Вечерело, в вестибюле становилось сумрачно. Юноша настороженно озирался по сторонам, как будто ожидал здесь кого-то встретить. Я спрятался за колонной и стал наблюдать за ним. Шло время, а он все нервно ходил взад-вперед, нервно потирая руки. Иногда он останавливался возле кровавого пятна, пристально смотрел на него. Потом вдруг неожиданно срывался с места и вновь ходил по вестибюлю. Наконец, в дальнем от меня углу мелькнула тень. Юноша рванулся к ней и быстро заговорил. Говорил он сбивчиво и тихо. Я с трудом мог разобрать некоторые предложения. Да, это действительно был Франсуа Гильом, как я и предполагал. Да, он был здесь в тот злополучный вечер и последним видел своего дядю. Они занимались, но поспорили из-за каких-то аккордов и спустились в вестибюль, потому что дядя хотел показать, как они будут звучать в большом пространстве при исполнении правильным приемом. Звучало величественно. Франсуа пытался доказать, что его приемом получится нисколько не хуже. Но результат был плачевный. И это несмотря на то, что дядя дал ему сыграть на своем инструменте работы Страдивари. Франсуа разозлился и ушел. Да, он ужасно завидовал дяде и иногда даже желал ему смерти. Но он не убивал. А теперь все тычут в него пальцем, и никто не ходит на его концерты. Он умоляет господина королевского маршала объявить, что он невиновен. Когда я понял, что Франсуа Гильом Виаль разговаривает с полицейским, я решил выйти из колонны и громко обратился: «Господа!» Но в вестибюле никого не было. Только поскрипывала от сквозняка незакрытая входная дверь. Кто играл со мною в странную игру? Вдруг я почувствовал чье-то дыхание на своей щеке. Неясный шепот, звуки шуршащего платья, движение воздуха. Весь дом будто ожил, и зазвучали волшебные звуки скрипки. Полилась скорбная мелодия сарабанды. Тени танцующей пары скользили по мраморному полу.
Теперь я знал, что делал Леклер в вестибюле со скрипкой. Но ответ на этот вопрос нисколько не приближал меня к разгадке тайны. И потом, почему я должен верить этому юнцу? В конце концов, он не произвел на меня сколь-нибудь благоприятного впечатления. Быть может быть, он в порыве ярости заколол своего дядю, а потом придумал более-менее правдоподобную историю и теперь прикидывается бедной овечкой. Но доказать этого я не мог. У меня не было ни фактов, ни малейших вещественных доказательств. Рассуждая таким образом, я снова поднялся на второй этаж и заглянул в комнату, в которой еще не был. Очевидно, это был кабинет господина Леклера. Здесь находились шкафы с нотами, клавесин, еще одно трюмо, кресло, письменный стол на тяжелых дубовых ножках, небольшая кушетка. На маленьком комоде лежал скрипичный футляр. Я открыл его и увидел прекрасный инструмент работы Страдивари с несмываемым пятном крови на нем. На столе лежали какие-то бумаги и списанные нотные листы. В комнате становилось все темнее. Я увидел подсвечник. То, что я прочел на одном из нотных листов, заставило меня содрогнуться. Эпитафия. Соната до минор в четырех частях. На чью смерть написана эта соната? Что, если Жан-Мари написал ее для себя? Неужели он чувствовал таящуюся опасность и ощущал приближение смерти, зная, что скоро уйдет в мир иной? Я всмотрелся в ноты. Это была потрясающая музыка. Thank you.
Я старался связать воедино все известные мне детали. Я перебирал все версии. Это мог быть кто угодно. Наемный, расчетливый убийца. Завистливый безумец. Может быть, это было случайное убийство? Нет, не то. Мне все время казалось, что я упускаю что-то важное, что-то существенное. Я чувствовал себя выбитым из колеи. И тут новая мысль поразила меня. Что, если у господина Леклера была возлюбленная, существование которой он хранил в глубочайшей тайне, но ее ревнивый муж выследил и убил его? Я снова прошел в библиотеку. В темноте выражение лица уже было плохо видно, но мне показалось, что на губах его появилась едва заметная улыбка. Взгляд мой привлек исписанный листок бумаги на полу под портретом. Я поднял его и только было собирался прочитать, но не успел. Вдруг стены комнаты раздвинулись, и дом исчез. Надо мною было небо, полное звезд. И я увидел ее, ту женщину, из ресторана. Она была все той же, те же прекрасные черты, но все-таки немного другая, из другой ушедшей далекой эпохи. Я помахал ей рукой, но она не ответила мне, даже не заметив меня. Она словно застыла, вся ушла в себя. Она запела, а с нею будто бы запели ангелы, спустившиеся на землю. Это было самое прекрасное из того, что я когда-либо слышал. Вечная тень.
Я уже говорил, что музыка воздействует на меня необыкновенно. Еще несколько минут я стоял, как завороженный. Постепенно ко мне вернулась способность мыслить, и я вспомнил про письмо, которое нашел под портретом. Оно все еще было у меня в руках. Оно предназначалось мне. «Господин дивизионный комиссар, по прошествии многих лет я собираюсь открыть вам завесу тайны страшного убийства великого музыканта и удивительного человека. Зная вас как человека честного и принципиального, надеюсь, что вы...» В этот момент я почувствовал удар по затылку и потерял сознание. Когда я очнулся, я понял, что нахожусь в том же самом ресторанчике. За столиками по-прежнему сидели люди, но они не обращали на меня никакого внимания, хотя их лица показались мне смутно знакомыми. Сильно болела голова. Я пощупал затылок, там была свежая шишка. Письмо. Где же письмо? Я стал искать в карманах, под столом, но письма нигде не было. Наверное, я слишком быстро подобрался к разгадке, и кто-то остановил меня. Но тогда откуда же взялась шишка? Может быть, я упал и ударился головой? Я расплатился и вышел на улицу. Ярко светило солнце, ласковый весенний ветер приятно обдувал лицо. Я оглянулся назад. Вывеска «Обеда для гурманов» и грифельная доска постепенно исчезали, как будто их и не было. Наверное, мадам Мегре уже вернулась и ждет меня к обеду. Шумными стайками носилась детвора, мамаша катили коляски, степенно вышагивали щеголи. Словом, Париж жил своей обычной жизнью. Я достал из кармана трубку, а вместе с нею... Вместе с нею еще что-то. Это была маленькая деревянная сурдинка для скрипки. Ее используют для того, чтобы приглушить звук и придать своеобразное звучание инструменту. На ней я прочитал гравировку. «Магазин Буантье, 1764 год». Так значит,
Это был не сон?